Хей-хей-хей, всем привет от Catwiskas 98. Я сегодня нахожусь в большом старом магазине, где продается, смотрите, что. Столько всего и столько красивого. Смотрите, какие часы. Обалдеть. Кто действительно вот в этой тематике, мне кажется, вам это должно понравиться. Смотрите. Это же целая куча. Вау. Снизу доверху все в разных старинных часах. На любой вкус, цвет и на любые цены. Посмотрите. В разных часиках разная музыка, разный звук. А размеры, посмотрите, какие. Обалдеть. Вот это да. Тикают, тикают, считают наши часы. Наши часы жизни. Ну и цены, да? Вы видите цены? $200, $300. Вон там есть даже и $600. Пойдемте посмотрим. Вон, смотрите, какие есть. Вот эти вот $600. 619. Вот, пожалуйста. И рядом тоже 619. Красиво, конечно, на любителя. На любителя. Вот эти розовенькие, как вам? Тик-так. 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 Я сегодня гуляю со своими американскими приятельницами. И вот мы в таком интересном магазине. Они меня сюда привезли. Это слон из дерева. А-ля ручная работа. Красиво. Ну, пойдемте посмотрим, что там еще есть. Ребята, смотрите, какая картина. Какая? О, oh, beautiful. Я хочу картину показать. Картина стоит $2000. 618. Вот такая картина. Тетечка нарисована. Ну, она не особо красивая, но, наверное, ей уже 100 лет в обед, если не больше. Но а рама, конечно, вообще просто офигенная. Она уже вся сыпется. Вот такая вот здесь продается античная изысканность. Конечно, кто в этой тематике, наверное, им будет интересно. А это вот куколку мне показали девочки мои, американочки. Вот такая куколка одна здесь, а потом ее бац, а тут другая. Ой, я не могу. Раз, а потом бац. И она стала совсем злая. Такая злая, такая. Ух, одни глаза. А тут бац, она веселая. Ой, я не могу. Ну, платье у нее тут какое. Не. Вот это вот мне больше нравится. Такая яркенькая. О, такая вся такая. О. Ну, girls, пошли check дальше. It out. Смотрите. $250. Такое стоило. Говорят, что оно было сшито в 1990 году. И это настоящая меха. Только не спрашивайте меня, что это такое и с чем это едят. Я боюсь, как бы тут ничего живого такого не прыгало, не водилось, раз оно с 90-го года. И висит оно в античном магазине в Америке, ребята. Вот оно. Девчаты, кто живет в России, на севере, кто использует такую зимнюю красоту, расскажите мне, из какого меха оно сделано. Вот оно, смотрите. Античный магазин, Америка. Кому надо, приезжайте. Стоит всего $199, а можно еще и поторговаться. И торговаться, и подешевше его вообще отдадут, конечно. Ой, дверь открывается. Все, ничего. Красивая старая мебель. $495. Ой, я не знаю, вы знаете, мне тяжело понять многие вещи. Привет. Мне сказали, что я похожа на
принцессу из мультика, которая с косичкой. Как ее зовут? Элса, по-моему, да? Значит так. У нас здесь распродажа. Продажа. Вот такие вот штучки продаются. Но у меня предостаточно всякого антика, поэтому я не особо в этой стихии. Я уже, честно говоря, дома задыхаюсь. У меня столько всего, что дальше некогда. Ой, смотрите, это просто проволочка. Стекла здесь нету. И из проволочки это ручная работа. Посмотрите, они сделали вот такую сетку. Конечно, обалдеть. И стоит этот шкафчик $450. Вот, смотрите. Ручная работа. И вот такая вот. Вот такая вот античная красота. Ну, конечно, вы знаете, на любителя. Вот, пожалуйста, здесь у нас продажа, распродажа. Да, было что-то такое $900, сейчас $700. Так, вот здесь вот это тоже, смотрите. Стульчики, столики. А это предельная штука. Look at this. My grandma used to have it. Art of Russia. Посмотрите, что мои американские подружки мне нашли. Art of Russia в античном магазине. Ну, это вообще... Art of Russia. And it's so cool. And it's in English language. Это... Да. Все написано по-английски. Интересно. Ей, наверное, 100 лет в обед этой книжки, да? Не знаю, сколько ей лет. Опса, опса. Все, предилку разбила. Предилку разбила. Да, нету здесь годы. Но, короче говоря, зато вот, видите, даже Art of Russia есть в античном магазине. Господи, что-то я разбила. Вот, смотрите, палка какая-то отвалилась. И телефон у меня... О, слышали, да? Это... Ага. 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 Это моя подружка Леночка из России. Продолжаем гулять и смотреть на старинные вещи. Для кого-то это антик, для кого-то это старье, в зависимости от ваших предпочтений и от вашего вкуса. Вы знаете, народ покупает. Народ покупает. Одна из моих знакомых... Рэй, can I show you to my Russian friends? Это вот моя одна американская подружка. Вау! You look beautiful! I love it! Look at this! Oh, can I touch it? Yes. Wow! And how much is it? $6! Oh, wow! It's wow! It's so beautiful! Wow! You gonna buy it? Вот эта вот моя приятельница, она уже отложила одну античную вещичку, я вам потом покажу. Это вообще, я этого не понимаю. Она купила такое, что я бы отправила на помойку давным-давно. Но она сказала, что ей безумно это понравилось. Я даже не знаю, как эта штука называется. В общем, я вам потом в конце видео покажу. Girls, did they use those things 200 years ago? 200 years ago? $10, what is it? Oh my god, what is that? Wood pole with insulator? Мы все думаем, что это такое, для чего это? It's the old school dildo. Мои американки думают, что это искусственный пенис, который они использовали и делали сами 200 лет тому назад. И сейчас это продается в античном магазине. Они говорят, фу, ты это трогаешь руками. Она стоит $10. Смотрите. Похоже, да? Каждый думает в меру своей фантазии. И их здесь 4 штуки. Смотрите. Ой, я сейчас умру нечаянно. Нас потянуло на сексуальные штучки. Смотрите, какая фигура. Смотрите, какая фигура. Смотрите, мы вначале не поняли, что это такое. А это у нее... Ой, ноги вот так вот. А между ног цветочек. О, вот эта фигура Зю. Она очень тяжелая, из какого-то камня. Ой, ёшкин-кошкин. Ой, не перевернуть. Вот,
Ну, вы поняли, да? Вот такая вот. Вот такая мамзель. Вот такая вот. Прям, смотрите, вообще. Вот тут сзади вот так вот, не знаю что. А стоит-то, смотрите, все. $20, и никто ее не хочет. Никто ее не хочет. Вот, женская статуя. Женская статуя. Вот такая вот. Купить мне, что ли, в сад поставить для своего мужа? А сюда положить немножечко семечек, чтобы птички приходили и клевали. Ой, господи, чуть лампу не разбила. Боже мой. Боже мой, боже мой. Ой, нет, это, конечно, у меня уже голова кружится, и от запаха, знаете, запаха такого старого. Меня аж прямо дурняк разбирает. О, girls, naked, naked subjects. Everybody's naked. What is this? What is that for? Oh, this is to make fires go. А, это чтобы огонь разжигать. Ага, я remember. Ага, это чтобы огонь разжигать. Вау. А, look at this, eggs. Яйца. Руками сделаны, но они какие-то из какой-то, знаете, как из папье-маше. Папье-маше. Ну так, а тут у нас голенькие все. Нифига себе, 150, что ли? Да. 150. Girls, did you see that? 150? Why is that? Over there naked for 20 and over here 150. 50 bucks, of course it is expensive. No, if it's each, it's crazy. 50 баксов? What the? Вау, некоторые вещи, да, просто безумные какие-то цены, вообще ненормальные. Это Олег Попов стоит, смотрите. Опа! Грустный Олег Попов. Тоже за 20. И он у нас сделанный в 1971 году. Вы видите, да? Ой, тоже какой-то тяжелый, из какого-то камня. Короче говоря, обалдеть. Вот, пожалуйста, да? Как здесь в Америке говорят? Somebody's trash, somebody's treasure. То есть для кого-то что-то это старье и помойка, а для кого-то это великая находка. Ну, никогда не знаешь. О, this one. Такие у нас были. Похожие, как у нас были в России. $100. Что-то с золотым покрытием. $100 за 4 штуки. Ну, что-то такое я видела, наподобие, как в России, что у нас такое продавалось, да? Но жалко, что здесь ничего нет опознавательных признаков. Ну, вот, пожалуйста, бокалы вам в античном магазине. Всякие куколки. Короче говоря, как моя Вашка говорит, чего здесь только нету, только мамочки с папочкой. А так можно найти все и всех. Обалдеть. О, еще статуя на лошади из металла. 1525, пожалуйста. Ну, короче говоря, на любой вкус и на любой карман. Обалдеть, конечно. Обалдеть. Кто увлекается античными штучками, вот, пожалуйста, приезжайте к нам в Пенсильванию. Ой, этой кукле, наверное, лет 200. Бедные ж дети. А что ж они играли? Посмотрите. Ой. Не знаю, что она сделана. Ее ж во сне увидишь. Нет, махаешься труселями. Ой. О, посмотрите. Это же ужас какой. Вот там у нее еще 2 зуба нарисованы. И рот прямо сделан. И стульчик ей сделан. Ой. Боже мой. У меня уже все. Голова кружится. Я говорю, вы меня, пожалуйста, не оставляйте. Потому что я сама отсюда уже не выберусь. Все. Я уже заблудилась. Откуда я шла? Куда вышла? И вообще, и где я? И что я? Ой. Обалдеть. Это вот, посмотрите же, были же настоящие люди какие-то. Фотография их была. Еще какие банты у них там. Ой, господи, а теперь это в античном магазине продается. И кто же, интересно, хочет их купить? Это явно не я. Картины, а рама, шишки какие. Ой, нет, ну это точно. Боже, на великого
любитель. А это смотрите, какой автопортрет красавицы. Чтоб я сдохла. О, look at this, nice luggage. Все, она покупает и едет в Нью-Йорк. Oh, that's it, then you screwed. That's it, you're done. Yes, and how much is this? This would be a lovely $14. Wow, $14 всего, beautiful. Oh my goodness, мы шапим сегодня. Ой, не могу. Что творится? Что творится? Так, что-то я уже здесь была, по-моему. Что-то я уже, по-моему, была, у меня уже все. Круговорот. Ча-ча-ча, ну а это, кто угадает, что это, для чего вот это, получит конфетку. Я сразу догадалась. Моей американки нет. Кто догадается, что это такое? Даю вам 3 секунды. Раз, два, три. Сдаетесь, я вам говорю. Это urinal. Urinal. Это 100-летняя штучка для мужчин пописать. Для мужчин пописать. Как она по-русски называется? Утка. Утка по-русски. Я сейчас умру. И она стоит $19. Ей, наверное, 100 лет в обед. Тяжелая, ужасно. Представляете, если ее заполнить? Одна из моих американок говорит, я не понимаю, зачем они сделали прозрачное? Уже сделали что-нибудь такое, чтобы все закрыть. Чтобы не видно было. Я говорю, ну ты не понимаешь? Медсестрам нужно смотреть цвет мочи у больных, когда после того, как они помочились. Какой кошмар, слушайте. Мы просто извращенцы. Ким, can I show to please my Russian friends? Вот это вот мы покупаем. Вот это вот мы покупаем для декорации в доме. And how much is it again? $38. $38. And how old is it? Is the year there? It's old. It's primitive. Okay. Это очень старая штучка. Сделанная ручная работа из дерева. Тяжелая такая, что я вам передать не могу. Еще раз, $38. И моя американская приятельница покупает это для домашней декорации. Она поставит в свою гостиную. Ну, что я могу сказать? Это в зависимости, какой у вас дизайн гостиной и какой у вас вкус. Я принадлежу больше к таким модерновым, наверное, таким стилям. К ним я больше питаю слабость, нежели чем вот к такому экзотичному деревянному произведению искусств. Пошли посмотрим еще что-нибудь. Вау! It's a goldfish. Золотая рыбка. How much is it? Сколько она стоит, рыбка? $60. Как моя подружка говорит. Да я за $60 зайца в чистом поле загоняю. Не то, что эту золотую рыбку. You want it? Thank you. И вот еще одна штучка, которую моя американка покупает. Смотрите, это стоит... Смотрите, не упадите в обморок, ребята. $52. Это вот такая вот... Вот такая вот штучка. Вот такая вот штучка, она открывается. Вот так вот. И вот туда вот она. Вот так вот. И вот так вот. Вот такая вот штучка. И она ее покупает. Скажите мне, что вы об этом думаете? Ребята, can I see your bill, please? Because people not gonna believe me. Well, don't broadcast it to my husband. Yeah. No, I'm gonna brass. Put it back. Put it back. Put it back for a sec. No, he won't care. I'm just kidding. Oh, what? Put it back. It's okay. You can carry. Go. No, go, 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 go. Okay. People in Russia make that much money. Yes. Okay. Bye, ladies. Have a wonderful day. Значит так, ребята, чтобы вы все поверили, она заплатила $77 59 центов вот за эти две штучки. Вот, вот, вот. And you happy? Yes, happy day! Congratulations, поздравляю! Вот за эти штучки $77. Ребята, и ей еще дали дискаунт, дали скидку, и она очень-очень рада и счастлива. Ну что вам могу сказать, да. Две покупки за 77
99. Напишите мне, пожалуйста, пожалуйста, что вы думаете, какой у вас вкус, как у вас обставлен дом, и купили бы вы такое за такую сумму. Happy lady, happy lady. Oh, yeah, it is heavy. This is really heavy. You're not gonna be grabbing it with your finger. Oh no, yes, yes, my finger. Oh my goodness, this thing's really heavy. И мы пошли домой украшать ее дом. Ча-ча-ча.